Ну что ж, в очередной раз доброго времени суток, дорогие друзья. С вами по-прежнему Рухаб, с вами Годхант и Смайл. Мы продолжаем наблюдать за квалификациями к эпицентру в Москве. И Вега Сквадрон против Даниш Бирс. Все еще сетка лузеров, если не ошибаюсь, правильно? Все верно. Все вторая. Верно. И все вторая, еще. Вторая игра второго раунда сетки лузеров. Опять же на вылет, опять Best of 3. Ну и стадия драфта на ваших экранах. Найтсталкер. Да, всем Фурион. Снова здравствуйте. Здравствуйте. Кто только что присоединился. Конечно, здравствуйте. Ну, мы должны здороваться каждый раз. Каждый раз мы должны здороваться. Желать здравия. Четвертый, пятый, шестой. И седьмой, восьмой. Да, меня зовут Роман. Это Виктор. Будем для вас сегодня комментировать. Да. Роман Ревин, знакомьтесь. Ну что, что у нас по героям? Так, что можно сказать по банам? Ну, вот Алхимик. Алхимик — это герой, с которым регулярно играет Даниш Бирс и товарищи из Power Rangers, которых обыграли верхние части сетки, они в первой игре отдали этого алхимика, прощупали его, их обыграли с этим алхимиком. И в двух последних играх они его забанили и перевернули 2-1. Это, наверное, один из ключевых сейчас персонажей как раз для Даниш Бирс, поэтому он отлетает в бан. И Вега Сквадрон знает об этом. Судя по бану, так и есть. Инча зато ферстпиком заходит. Ну, сейчас это не удивление, скажем так, потому что инчи появляются, как и чен, везде и постоянно. Ну, а Вега, Найтсталкер, Фурион и Спиритбрейкер. У нас вот по пикам кажется, что намечается очень агрессивная и мобильная дота. Ну да. Ром еще Сталкер, летающий Фурион, лесная Энчантерс, который по всей карте двигается, и Спиритбрейкер, который тоже типа Найтсталкера, тоже везде, постоянно куда-то бежит. Да, хочется, чтобы такая была, конечно же, с постоянными замесами, с вечными очень битвами, чтобы кто-то постоянно сидел в алтаре, в таверне. Да, минус пак. Также в бане Медведь и Your Spirit. Не хотят магу отдавать Мишку, но... Маг на Мишке последнее время зарекомендовал себе, в отличие от Бруды. Вот был какой-то этап, когда мага на Бруде, в принципе, как и Фобоса, боялись вообще, по сути, все команды. Но потом как-то Бруда вывалилась, и вот последний раз, когда я смотрел, магу отдали Бруду, не смог он так впечатлить. Последний раз, где... Нет, не последний раз. Где сейчас доминирует Бруда, это у товарища Септембра. Знаешь такого игрока? Который сейчас играет в команде Элджиди. Ну, его просто отдают регулярно Бруду, и он на Бруде регулярно всех один выигрывает. Неплохо. Минус Зевс. Ну вот Зевс тоже появился в доте с этими вейлами, с этой верхней. Слишком много это дэмэджа, особенно против таких героев, как Инча. Уже говорили мы об этом. И надо вообще две плюшки, чтобы она отвалилась. Ну и Инвокер появляется с Санстрайки под Найтсталкера Фуриона. Ну, вроде как неплохо опять против... Да, я еще думаю, не будет здесь он играть через Санстрайки. Скорее всего, это будет тоже мобильный Фурион квасвексовский. Ему нужно... Он, если будет играть через Экзорт, он очень уязвимый для Спиритбрейкера в миде. Для Спиритбрейкера ничьи. Он будет медленный, у него не будет вкачан Векс. Ну, в общем, его будет очень легко забрать огненного инвокера экзортовского на миде. Может, сейчас появится какой-то саппорт, который будет его сейвить, а-ля Виверна, может быть, или еще что-то подобное. Да, зачем это делать, если инвокер очень независимый персонаж, и если он будет качаться через вас квас Векс, его очень трудно будет убить на миде. Вот Фантом Лансер появляется в качестве керри. Я так понимаю, смеешь, что это мидер будет. Хотя, может, конечно, и в мид поставят, но слишком рисково, мне кажется. Лансер и чем контрить? Смотри, Гералёд доступен, можно пикать. Можно, опять же, всяких хаус-найтов и прочую гадость набрать. Ну, посмотрим, на что пойдет выбор у Веги. Осталось 10 секунд. Смотрим. Осталось 5 секунд. Времени еще много. Саппортики, конечно, нужны. Здесь какой-то раптор может быть. Сёма на нем очень любит играть. И это один из сигнатурных персонажей его, кстати. Есть Оракл еще. Тот самый хороший Оракл с бешеным количеством дэмэджа в начале. С его нюками. Кто еще такой хороший? Винга мне нравится. Винга неплох. Здесь, Найтсталкер, ну... особенно. И минус арморчик какой-то, свап там под сейф лишний.
Вообще Винга неплоха, как мне кажется. Эмбер Спирит появляется. Очередь команды сил света выбирать героя. Эмбер Спирит, это для Фена. Вот заменили они Пашу на Фена, а и все равно продолжают брать этого Эмбер Спирита, ставить его на керри, и также продолжают они проигрывать. Вот, нужна ли это была замена или нет? Время покажет, Роман. Как бы... Роман недоволен просто очень сильно. Ну, Роман, по сути, агрессор, поэтому... Ну да, да. Трудно дождаться, когда Роман доволен. Осталось 5 секунд. Так, ответочка. Ответочка от Даниэль Берс. Ну, пора раскрывать коров. Ну, одного они уже раскрыли. Вот, одного раскрыли, да, Лансер, о, не коров. Даже спиритбрекер у нас будет в оффлейне стоять, Оракл второй суппорт вместе с Инчой, либо Инча будет вообще в оффлейне стоять. Да, вот Инча в оффлейн, может быть, я тоже об этом подумал. Нет, да, мне Инча в оффлейн больше нравится, чем спиритбрекер в оффлейн. Потому что один суппорт слабый, это Найтсталкер. Эмбер Спирит, ну, тоже, он милишник. Против Инчи там, ну, зато нюки есть, нюки, чтобы эту Инчу собирать. Ну, посмотрим. Ну, Инча неплохо смотрится в оффлейне. Дополнительное время. Ну, не особо легко ее тут пробить. Ну что, last ban. Смотри, если... Ну, Гералиот отлетает. Но если Инчу поставить в оффлейн, то на Инвокере сразу есть смысл качать его через огонь. Потому что Инча не будет лесна, Инча не будет напрягать этого Инвокера в меди. И спокойно можно будет стоять, а с одним спиритбрейкером можно всегда справиться каким колд-колд-стапом, каким, который на тебя будет бежать. Просто его оставлять и ждать этого спиритбрекера. А под Инчу кидать селстрайки просто под связку эмберспирита. Дополнительное время. Ну что, суппорт он забанит Дэниш Берсом. Есть в миде инвокер, есть керри эмберспирит, есть фурион в оффлейне, есть сталкер. Один суппорт, но второй суппорт Бэйн, да. Которого нужно, ну, оранжевого нужно брать. Я бы Кристал Мейден. Кристал Мейден появляется просто это... для ауры, что ли? Да, это нет, это типа контратка Энчантрес, чтобы его... ее крипов там постоянно в колду. Да ее неплохо можно цеплять в колду, под санстрайк. Да. Ну, посмотрим, какой-то ну, и плюс вера. Аура. Про ауру тоже не стоит забывать, потому что и Фурион, и Найтсталкер с этой ауры начинают жировать просто. Да, не нужно будет ходить на базу, просто бегаешь, постоянно кидаешь свои нюки и вызываешь пеньков там. Да и Инвокер тоже постоянно с маной стоит. Она у него иногда может закончиться, если слишком много будет санстрайков выплевывать у себя. Так. Что, 10 секунд? Так. Это Легион Командер. Ого, это керри Легион Командер или Мидл Легион Командер? Либо это Мид Фантом Лансер и керри Легион Командер. Да, Мидл Лансер и керри Легионка. Пингвинчик просто в миде стоит у Дэниш Берса, поэтому это Мидл Лансер. Либо свапнуться первая-вторая позиция, это в принципе нормально. Такая ротация. Ну что, последние подготовочки у нас. Приготовление. Наставление да. От капитанов. Лёха Нитроген сейчас раздает там. Лёха Нитроген. Реально прикольная подпись, согласись. Нитроген. Я говорю, сразу какой-то стритрейсер деревенский представляется. С наклейкой какой-то на заднем стекле. Нитроген. Нитроген там. Ралли 66. Там Рейсер Клаб, Хулиган. Ага. Найт Москву. Не, ну у нас такого не было, я-то из деревни, извини. Ну, пиши найты свою деревню. Ключевое слово найт. Хорошо. Ну что, Даниш Бирс, эйс, будет играть на Легион Командер Пингвинчик. Фантом Лансер, Хестеджеротом. Хестеджеротом будет играть на Спиритбрейкере, Райс Энчантерс и Ноя на Оракле. Ну и команда Вега, наша командочка, с которой мы будем болеть. Соло будет играть на Сталкере, Сёма будет играть на Кристал Мейден, но он будет играть на... Инвокере в миде, и Фэн будет играть керри Эмбер Спиритом, и Мак будет играть в оффлейне на товарища. Господи, на кого он будет играть-то? У меня всегда такая же проблема. Сейчас я вспомню сам по себе, на кого он будет играть. Господи. Фурион, нет? Фурионом он будет играть. Угадал! Наверное. Да точно будет играть на Фурионе, мы с тобой вначале еще обсуждали. Да, конечно. Да, бывает, что-то смотришь, кого-то не хватает, и забываешь героя. Но это нормально, мы же не роботы, должны что-то забывать. Возможно, мы даже это специально делаем, это все наигранно. Конечно же, поняли, но чтобы забить как-то паузу,
позлить чат, отвечать, типа, упыри, комментаторы, что, последнего героя не помните? Ну, разыграли ту маленькую сценку по поводу того, что мы забыли. А, Виктор, ты хорош, ты хорош, ты исполнил свою роль на 5. Спасибо, Роман, вы тоже сегодня в ударе. Я думаю, что все Оскары наши. В паузе смотрю, а не смотришь? КС? Финал Counter-Strike. Не, не там такой замес, это просто жесть вообще. Ну, слушай, там есть за что поместиться, скажем так. Там играют Na'Vi. Na'Vi играют прямо сейчас. Na'Vi! В Counter-Strike играют в финале. В финале мейджора за $1 миллион борьба. Ну, за 500 тысяч, да, я так понимаю? Ну, миллион призовой там хороший. В Америке, в Коламбусе, штат Огайо. Ну, там 14-14 на первой карте, там жесть. Кому интересен КС, включать там и Twitch. А мы продолжим дотку смотреть. Смотрим. У нас тоже свой замес. Да, там, да, у нас свой замес, тоже на вылет. Не за $1 миллион, конечно. И тоже за 500 тысяч. За 500 тысяч, но до них еще чуть-чуть дальше, чем сейчас Na'Vi. Да, ну ничего страшного. Поехали. Поехали. Что, битва за баунтиру? Ну, в теории может состояться. Что все идут на топ. Очень агрессивно. А вообще будет у нас стоять, ребята, сложный. С Дриадой, Ораклом и Легионом. А Спиритбрейкер пойдет стоять против Ориона. Ну, ему там, кстати, нормально будет. Фармить пинков, фармить пинков. Чё ты не фармишь-то пинков? Перемани пинка себе. Так фармить или переманивать? Да фармить, конечно, за них экспу дают. 30-ку такой за пинка и 15-ку. Знаю, Сёма. Не дал пинка в обиду. Ну, замес будет, нет? Не хотят драться. Слабенький. Слабенький здесь, товарищи. Медведи. Проиграют они эту драку, если будут драться. Ну, ну. Пойдут, нет? На что ставишь? Да никто не пойдет драться. Да как отдадут, нет? Смотри. Да надо. Вот выходит Лёха. Лёха первый баканул, начинает получать, если что, есть голуба, и отогнали. Видишь, драки нет, я же тебе говорил. Две руны забирают у нас Danish Bears, и Spirit Breaker тоже снизу выигрывает. Ну, кстати, то, что он полуровня получил, у него сейчас еще разгон будет через 4 секунды, фрём пытается... Да вот сейчас он еще магу может сейчас разбить, сейчас чуть-чуть. Я психанул бы, побежал бы просто, я... Так ты сделал бы так? Я не знаю, я не такой агрессивный как-то, я наоборот вроде как... Ну, ладно. Так, позитивный что молодой человек, я бы, скорее всего, простил Фриона и дал ему спокойно удалиться. Разгон. Ну, все-таки он это ты. Что он тут же прибегает в мага и начинает его миссить. Я бы на месте Веги, пока здесь нету инчи, пока ее отогнали отсюда, сходу бы забирал людей на топе. Ну, там, на самом деле... Просто вышел бы, вкуснул Оракла. Чего бы нет. Фокуснул или куснул? Ну, можно фокуснуть, можно куснуть, кому как более приятно. Поэтому. Я не против, чтобы ты покусал моего оракла, смайл. Так, шуточки за Твити. Ладно, я больше не буду. Ты агрессивный, Роман, ты не поддержал. Ну, хватит. Соло, пропалил смог Райза, а то могло быть опасно на меди. Выход был на инвокера. Очень грамотно сейчас переместился. Ротации пошли у нас от Найтсталкера, от Соло Нитрогена. Соло Нитроген сейчас стрелять может. Сетку накинь, раз, клап, два, и Санстрайк на ход. Не ну, хочешь, Санстрайка, давай? Походу, не будет на ход, потому что они в одной команде. А, Сергей. Точно. Извините, Роман. Мне можно. Хорошо. Я болею. У меня отмазка есть. Все сегодня неправильно в моей жизни. Все хорошо, Сергей, Роман, вы выздоровите. Спасибо. Инвиз. И Найтсталкер будет давать вижен. Ну, лучше ему, конечно, идти фармить. Он с этим сапогом. У него нет талона, то есть он как-то не ускорится и быстро не получит свой уровень. Это есть проблема. Ему сделать какой-то полукил, полуганг, может где-то ассистик получить, потому что реально, когда он получает талон, он очень быстро себя отфармливает на минутик 20, а то и раньше нагадим с талоном. Если упорно отсталкер 4-й позиции. Это очень круто. Этот талон как раз для таких героев, как они созданы. Всякие торренты, сталкеры, спиритбрейкеры. Много атаки, плюс много армора, ты спокойно вытанковываешь лесных крипов.
практически без потери. Да, и этот нюк еще на 40% хп. Тоже жестко всем. Так. На топе. На топе фантомочка фармит хорошо. Опять у нас опять проблема, когда приходит к товарищу Эмберспириту, почему-то сразу возникают проблемы. Тут даже они даблой стоят. Да энчантерс-то тут нету. Энчантерс постоянно напрягает мидл. Леха пытается курьера отжать, но курьер пока не палится, знает, что у Лехи инвиз. И поэтому не отдают курьерчика. Снизу, как у нас маг. 8-2 против передбрекер 8-5. Ровненько стоят, на самом деле. Нету какого-то жесткого перефарма. Ну, Фурион, мне кажется, со временем здесь все опаснее и опаснее ему стоять, потому что когда вот появится шестой у спиритбрекера, он его просто сломает, в теории. Ну, такое, на самом деле. Появятся фейзы у Фуриона, и что? Ну, побежит на него. Ну, там зависит от того, пройдет башек или нет. Ну, тут до 6 левела Фурион еще улетит 15 раз и сделает, поможет на карте где-то, а спиритбрекер так сделать не может, потому что это не суппорт спиритбрекера, ему нужно через всю карту бежать, он на линии как бы стоит статично сейчас. Если исчезнет, сразу мисс будет, спиритбрекер убежал. Не, ну то, что он пропадет отсюда, и об этом все... First Blood, минус Ember Spirit. Легион Commander забирает килл. Что, я так понимаю, это было стрелами? Да, основной стрелами и нюками Оракла. От нюков Оракла был основной дэмэдж, он очень жестко наносит. Дамаги в начале. Ну и тут же возвращается на лейн. Так, я тебя погибну опять на 30 секунд. Ничего страшного. Главное, чтобы не навсегда. И я как-то протяну тогда. Когда-нибудь пригодится. Ну что, Spirit Breaker 5 уровня. На топе у нас продолжают разминать Ember Spirit. Аккуратнее надо быть здесь FN. А что у меня по крипам? 8-4. Очень не задается пока игра. Вот он выход в спину. Эйс. Получает замедление. Если колба. Есть колба. Сюда уже залетает Фурион. Маг начинает месить. И погибнет здесь, скорее всего, легионка. Хотя, посмотри, с того света выползает просто. Леха нитроген слишком глубоко пошел. И за это расплачивается собственной жизнью. Там еще в это время погибает и инвокер, с которым разобрался пингвинчик и сатир. Да, чуть ли не соло он его забрал, сатира. Неприятная как ситуация. Кайф, блять, это жесть. Да, я... Хорошо, что кашля еще нету. То я тут еще глушил бы микрофон через каждые 15 секунд. Фартанул тебе. Спасибо. Обрадовал, да, тебя сейчас? Ну да, как бы. Я же человек позитивный, радуюсь всяким мелочам. А то, что ты не кашляешь, это же даже и не мелочь. Я очень рад. 3-0. Пятая минута. Дэниш Бирс вперед. Разгон на топ. ФН. ФН может подстрять. Связки должны быть вовремя делать. Хорошо. Четко все. Очень здорово все сделал. Крипов рядом не было, поэтому шансов не было у ребят. Ну и что? Выход в спину. Солыч, пингвинчик, доппельганг. И на этом все заканчивается. Стики есть. Форманшилд имеется. Отправляет за Солычем иллюзии, чтобы просто давали вижен. Главное, не паниковать. Пингвинчик. 6-я минута. Руна Баунти. 7-й уровень имеется. 32 на 10. Топовый крипстатс на карте. У инвокера 29 на 9, но он один раз погибал от рук Фантом Лансера. Поэтому там должно быть небольшое преимущество. Открываем. Да, так и есть. Не небольшое. На тыщенку выигрывает на данный момент Лансер. А это порядочно. Ну, у него и по крипам тоже все неплохо. Не сильно, ну, то есть он вообще не проиграл фейдлокеру. С форманшилдом спокойно стоит против любых рейнджей в миде этот лансер. Ну, практически против любых рейнджей. Не проседает, в общем. Плюс при помощи триады, которая уходит, помогает постоянно. Впереди планеты всей. Да, ну там сатир вот, который 6 регенов в секунду дает. Во-первых, реген, во-вторых, просто заспамливает с этим бешеной волной, сколько там, 160 дэмэджа, по-моему, наносит. И с рейнджа, по-моему, 1800, если я не ошибаюсь. Где-то сатир. Сатир. А, 1380 у рейнджа и 160 урон. Ты от нее просто не скроешься. И еще там ауешка дикая.
Ифенчик, Ифенчик, что у тебя, Ифенчик? У тебя все плохо. Да, можно, можно его назвать Паша? Экс-Паша можно назвать. Нет, это Нью Паша. Нью Паша? Новая эра? Новая, новый Паша. Хорошо. Новая эра, он играет в NoDigit. А, точно. Я забыл сам. Спирит Брейкер, 6 уровень имеет, есть ультимейт, есть ТП, если что, присоединиться на какой-то лейн. Сейчас будет 7 уже. Аккуратничает Фурион и все правильно делает. Фурион сейчас получает 6 левел, качает также ультимейт. Может где-то, если что, подсобить. Да, Спирит Брейкер лучше на глаза не появляться. Соло. Находит Эйса, Нова, никого не зацепило. Пролетает с ульт Фуриона, залетает сюда Фурион. Навес, отличный разгон Спирит Брейкера. Будет ли ультимейт? Леха, Санстрайк залетает. Ну и в итоге здесь, по-моему, Веги будет очень больно. Бежать, то, бежать, бежать идет... надо. Сейчас разгон будет. Хесса же ротана, и кто-то отсюда точно не уйдет. Вот он, Вижен. На мага. Не побежали. Будет ли разгон на соло? Бежит. Не успел Вайдом ничего сделать. Да, возможно, несет какой-то дэмэдж, но не смог. 5-0. Вега просто ничего не может сейчас сделать с Дэниш Берс. На них просто бегут и убивают. Очень, или нет? Очень плохо сыграл ФН, на самом деле. Вот в моменте вот здесь вот, когда он был и бежал, ну, догонять людей, чтобы связать связку свою дать, он не дал связку на набегающего спиритбрейкера. Если бы он дал на него сразу связку, он бы в нее не врезался, он бы там сразу включил щит и всех сжег бы, скорее всего. Но из-за того, что он стоял в стане, очень долго, большой промежуток времени его команды, половину уже... ХП очень много потерял. Да, неприятно. Маг. Опять же, фейзы, барабаны, грейджные стики. Стандартный набор Фуриона, скажем так. Начинается пуш, ты один на топе. Пингвинчик, Эйс, Ноя. Маг вообще один из первых, кто так начал играть с этими фейзами, барабанами. Так что это, считай, его сборка. Дарят сейчас вышку легионки, скорее всего это под дагер, потому что 1500 на руках уже есть. Есть 6 уровень, а с дуэлью какую-то цемку и спепелить дело секундное. Хотя там тоже санстрайк, ульт Фурыча, можно и подставиться. Хочу замес. Хочу замес, чтобы кто-то кого-то убил. Ну слушай, 5-0, постоянно кто-то кого-то убивает, точнее Даниш Бирс убивают Вегу. На 10 минуте 5-0 это мало, надо больше. Больше крови. Мидас. Мидас у инвокера. Ну, это стандартный мидасик у нас на инвокера огненного. Тут удивляться нечему. Выход от Оракла. Пошел слоу. Будет ли дуэль? Рановато. Ну, да, надо отходить, потому что здесь уже дуэль, наверное, не выиграть. А сейчас еще и погоня будет. Прибегает сюда маг на фейзах, пока без барабанов. Ну и на этом все заканчивается. У нас в это время раздает Спирит Брейкер на ботами. Но он сейчас убить может, на самом деле, и Фэна, что и Фэн так загульно себя чувствует. Сейчас бы дал какой-нибудь ультимейт по нему сразу, там раз, потом еще раз баш, потом раз гон. Аккуратней, соло, очень много дэмэджа накрывают, он сверху сгрызает стики. Погибнет здесь Оракл, да, ничего не успел сделать. Размочили сухую, у нас Вега, хоть как-то, где-то ловили спортик. Это хорошо. Фурион. На то, на миде. Или будет пингвинчика. Пингвинчик. Допельганга нет. Хотя бы копье кинуть, кидает копье, погибает. Занаглел. За счет аркейн руны думал, что все дозволено. Оказалось не так. Разгон от Спирит Брейкера, но его спалили. Его спалили, поэтому соло тут же кастует паут и улетает. Ну хорошо, хорошо, Вега. Отыгрался, убили Лансера, это очень круто. Что Лансера там буквально чуть-чуть не хватало до Равеллов, скорее всего, он на них фармит. Хороший тайминг словили. Во-первых, на Доппельгангер, что у него кулдаун был, во-вторых, что он не успел их нафармить. Да, мог отойти чуть раньше. Очень пожадничал на тавер и в итоге погиб. Вот на ботами полный фрифарм у него. Приходит сюда пингвинчик, начинает ускоренно добивать крипчиков, опять же заставляет сюда кого-то стянуться. Есть дагер у легионки, 12-я минута, пока без выигранных дуэлей, ну и не проигрывала, это тоже бонус. Ну, мне кажется, сейчас начнется. Спирит Брейкера куда-то кто-то будет бежать, и, ну, надо зарабатывать уже, начинать дэмэдж на дуэлях.
Потому что она сейчас может подстрелять вообще. Оп. Видит, должна была видеть. Даггер. Даггер, конечно. Отпрыгивает эйс. Ну, повезло. На треть секунды позже и как бы... Он разгон в мид. ФН. Улетает спокойно, отпрыгивает. Да, и Спирит Брейкер очень трудно поймать, на самом деле, Эмбер Спирита. Если есть иллюзия, если их кулдауны... То есть скиллы не в кулдауне, то очень трудно его следить. Фуриона, что там происходит? Там маг получал нормально от иллюзий. Пингвинчик фуловый. 7 стиков у него имеется. И легионка начинает смещаться на ботом. Башню сил света на верхней линии атакуют. Ну что, замес? Нас ждет? Да не знаю, непонятно пока нас ждет замес или нет. Вроде как ланцер, который уже с травлами, ставится пауза. Что случилось у Ноувана? Какие-то маленькие, наверное, технические опять трудности. Что будет фармить у нас инвокер? Инвокер, я так думаю, все-таки какой-то аганим, что ли, выйдет, или... Ну, сразу зарашить можно. Потому что левел у него уже хороший, 10-й, а скиллы... Ну, на 16-м он будет очень хорошо раскастовываться, на 17-м. А, ну что, гоу, продолжаем. Будет стычка или не будет? Стычка с руки где? Да хоть не с руки, хоть с чего-нибудь, с копья там, я не знаю. Ну нет, сплитпушит. Маг телепортируется на топ и будет давить Теурок. Понимает, что сейчас все герои Данишберс находятся снизу. И... Коронный сплитпуш. Коронный сплитпуш от Фариона. Ну, стандартный сплитпуш, я знаю, от Фариона. На который он, по сути, и рассчитан зачастую. Ну что, минус... Т1 на ботами будет или нет? Он здесь коцанный, фортификейшн, конечно, есть. Тут наваливается ланцер, очень быстро начинает падать вышка. Вот энчантерс я заметил опять уже с барабанами, с сапогом, пока, конечно, нет драгонлэнсов и так далее. Ну и вышка достается крипам. Рядом ползает легионка, которая в любой момент готова запрыгнуть и дать дуэль. Они так на Т2 переключатся на самом деле. Т1 на топе, конечно, тоже вероятнее всего сейчас упадет, но оно будет идти в размен на Т2. Ну, сейчас спалились все на топе, я не знаю, будет эйс выходить отсюда, или будет ждать под сейф ТП на Т2? Да я думаю, нет, отдадут. Таур не хотят просто драться, в принципе. Понимая, что сейчас очень сильные Данишберс. Трудно сейчас с ними драться, просто хотят за спецпушек. Ну, они не теряют особо ничего, они убили Таур, они сейчас фармят весь свой лес, и по фарму, на самом деле, график... То он вниз ползет. Забрали вышку, ланцеру достается тавр. Слушай, ну вот то, что он достается ланцеру, единственное, что неприятно. Что ланцер ускоряется, он сейчас на травелах летает, фармит все подряд. У него сейчас 11 уровень будет буквально через полминуты. Вот сейчас пак крипов этот дефармит. 3 сотни опыта надо. Ну, Эмпер тоже фармит. Эмпер фармит, но фармит медленнее, чем ланцер. Потому что он фармит все травела только. У Эмбера все плохо с самого начала было. У Эмбера, да, у него все плохо. Он хоть идет, там третий по крипам и там пятый по нетворсу, но он две с, почти с половиной тысяч проигрывает. Ой, ФН. Все, он пришел, побил чуть крипов и нужно идти на базу лечиться. Он теряет, вот сейчас там 40-30 секунд времени потеряет, чтобы мог бы это время все фармить. Он просто нужно бежать, лечиться, а потом куда-то лететь. Пингвинчик нон-стоп фармит. Вообще, да. Нон-стоп. Суть в этом как раз. У него сейчас будет уже второй Blade of Alacrity. Вот они, Травлан, конечно, появляются у Эмбера. Сейчас чуть попроще будет, он мобильнее становится, может через ремнанты шустрее отхиливаться. Но Травлан не Battle Fury. Да, Травлан не Battle Fury. Ничто не Battle Fury, кроме Battle Fury. Логично, логично. Башню сил света снизу. Сейчас могут встретить. Легионку мы увидим. Вообще, в этой игре. Она пытается где-то кого-то подловить, но всегда бегает либо по вардам, либо просто команда Вега ходит пятером. И, ну, не... Страшно прыгать куда-либо в тень. Там всегда еще инвокер. Ты боишься банально санстрайка на пол столба, еще ульт Фуриона на пол столба. И ты просто отваливаешься. Да нет, она-то замес выиграет один на один по-любому, с кем... Ну, с кем угодно точно, потому что у нее четвертая пассива. Там сложно проиграть, а она просто боится, мне кажется, что кто-то герой рядом окажется. Там либо тот же инвокер, который просто колл-снап накинет, тогда ты вообще не сможешь бить, нормально отжираться. Сентрики расставляются, хотел тут подойти оракул, не получилось у него.
Ну и пингвинчик фуловый уже с диффузами. Правда, лежат. А, не, вру. Хватает, не хватает пихачки. Да. Пошел метеор. Отпушили крипов. Смог от Danish Bears. Куда хотят идти, хотят. На ботом хотят идти, хотят хоть одну дуэль выиграть, но FN не самый лучший таргет. Слишком мобильный, он быстро перемещается по карте. Не, ну если его словить, а словить его спокойно можно через легионку, то почему бы и нет. Сейчас к магазину пойдут, наверное, в смоке. И посмотрят, что у базы творится. Грамотно стали вега, понимают, плюс-минус. Вот, да, даже чертит инвокер, где сейчас в смоке могут находиться. Ребята из команды Danish Bears сейчас спалил смог, как раз и пень всех запалит. Вот, да, да, да. Вот клик опять уйдет от сталкера, что тут. Туда не ходить, там страшно. Да, ну и спушить за это время ничего не вышло. Единственное, что фармил лансер. Забирают форгидов. Да, все фармят, на самом деле. И из команды Вега тоже Фурион фармит, и Инвокер фармит. Фурион, понятно, ему не запретить. Он как только видит где-то всю вражескую команду, просто летит на противоположный лейн и забирает его. Эмбер в это время на ботами пытается пушить Т1, но здесь опять меняют Т1 на Т2, я так понимаю. Или нет? Да, попытаюсь. А почему он улетел-то? Чего, кого испугался-то? Стоял бы дальше. Ну, хотят. Да чего он тут, кого он тут убьет? У него нет, у него второй уровень фисты. Он драться не может. Он не может танковать, у него очень мало армора. На него там прыгает спиритбрейкер в драке и все. ГГВП. Спиритбрейкер, кстати, у этого флейма спиритбрейкера на 18 минуте почти есть Blackened Bard. То есть там 1500 LD, это, ну, буквально чуть нафармит. ТП на Т1, а кто сюда летит так на пингвинчик? Да, Сол отсюда тут же улетает. Ну, вот экшен у нас вообще остановился. 5-2. Отсутствие вообще фрагов каких-либо. 5-0 начали вот этот Danish Bears в самом начале. И на этом все, в принципе, и закончилось. Дуэль с ФНом. Колба пошла. Не выиграл. Разгон спирит брейкера. Врезается в Сему. Минус. Ну, вот эта жирнота пошла, скажем так. В бой, когда бежит этот спиритбрейкер, легионка, все толстое. Да, это все, во-первых, толстое, во-вторых, все под защитой товарища Оракла, это пробить практически нереально на этой стадии. И Рошан. Нет байбеков Эмбер Спирита, нет байбеков Кристал Мейден, вряд ли тут будут как-то пытаться дефить. Это Вегас Квадрат, да, я думаю, Рошан должен падать на халяву. А сейчас будет просто атак кидаться по КД на инчу, чтобы просто выхилить. Да, она сама еще хорошо хилится под вестами, в общем, под своими. Санстрайк, зачекали. Ну а толку? Ну, знаете вы что, пойдете, пришли сюда пеньки погибают. Ну далеко, а то Эмбер Спирит только появился, Кристал Мэйден тоже только появился, пока они сюда дойдут. Очень много сейчас отдали вот этим Рошанам, они даже не голдой одарили Danish Bears, они одарили их опытом, большим количеством опыта. Прогоняет FN на пингвинчик, даже несмотря на то, что он был с пол хп, но у него Аегис. Появляется Мео Шторм у Фуриона. Опять же на сплит-пуш, на быстрое убийство иллюзий Лансера. Хотя Лансер, мне кажется, скоро укрепится, потому что у него сейчас уже 1700 после диффузов. Да, я думаю, это будет что? Это будет... Ну, у Эмбер Спирита пока это Battle Fury появится, я бы манту собрал бы. Посмотрел бы сейчас на Эмбер Спирит, что он только с кольцом. И влепил бы себе манту, а дальше собирал бы уже что там, потому что манта стайл и от как раз таки от всяких сиренчей с Эмбера, от сайленсов Найтсталкера, чтобы не попадать под них случайно. Спокойно дальше продолжал фармить бы после манта стайл, там баттерфляй может взял бы, может скади. Ну поддержу, манта стайл мне здесь тоже очень нравится. Нет, Манта Стайл здесь был плохо, если бы у него уже был Battle Fury какой-нибудь там, и он выходил бы уже в Daedalus, у него иллюзии падали бы очень быстро. А из-за того, что у него сейчас вообще ничего нету, у него есть колечко только и тревела, и там 700, по-моему, голды на руках, сколько, 766, да, то почему бы и не взять Манту? Вот что сейчас делать, если Danish Bears пойдут на хайграунд? С кентавром каким-то вот этот инчи, да, понятно, там будет колбы и так далее, все остановить, но у них как-то ауешек-то, кроме инвокера, ну и ультфуриона. Они не могут пойти на хайграунд, бить нечем таур. Они посмотрят, как долго они били Рошана. Рошана это вот считает таур. Они также будут очень долго бить таур, но некому бить. У них все милишные персонажи. У них инча не может бить таур, он должен сзади стоять, там, Эракл тоже, соответственно, не может бить таур, но тоже стоит сзади сейвить. Ну, Лансер,
Но у него 1100 хп. Ему нужно хпшку, чтобы бить этот Тауру. Потому что ему валит там Кристал Мейден, новую какую-нибудь, и Уокер там кинет один каст, и все, кого-то там побьешь. Они продолжать фармить будут, Дэнджи Берс, они не будут. Они будут продолжать фармить и пытаться кого-то вот так на гангах через передбрейкера там ловить. Это самый оптимальный вариант. Пока у них что-то получается, не так часто, конечно, как хотелось бы им, но периодически выходит. FN забирает один сейчас. Да, достается ему вышку, уже неплохо, персеверанс и 650 сверху. Так, глядишь, и ботов Юрия не с горами. Да, неплохо. Только что было меньше, меньше денег, намного. Аганим появляется у инвокера, вот это неплохо. А да, Ганим сейчас можно крайне весьма. Травела собрать потом какую-то, или даже не травела, может какую-то активную шмотку типа Шивы? Даггера. И уже самому начинать как раз гонять ребят, которые приходят в соло, отпушить, допустим, линию там. Ну, как это делается там? Аккуратнее надо быть Солычу. Сейчас блин, может быть выход в спину. Горит. Прожимаются барабаны. Солыч, есть разгон. Надо сбивать его моментально. Будет ли дуэль? Блейдмейл, дуэль. Соло здесь погибает, да, и сделать с этим ничего не получится. Мы можем поздравить Легион Командера с первой выигранной дуэлью в игре. С почином, скажем так, на 22-й да, минуте. С почином. На 22-й минуте. Конечно, да, очень долго. Не могли они так долго поймать никого. Просто гоняться старались за Эмбер Спиритом. Лансер забирает на топе Тауэр? Нет, Лансер не забирает на топе Тауэр. Легионка забирает на топе Тауэр. Зачем он это сделал, непонятно. Это еще контроль какой-то произошел. Медле стычка какая-то. Убегает Спирит Брейкер, и на этом все. Ну, отхиливает Спирит Брейкера. А что он домой идет? Можешь стики выпить и фуловый будешь. А, у него блокинбар. Просто хочет домой сходить. Ну ладно, иди домой. А Лансер все равно в это время ботом фармит. 3400 уже на руках. Уйма денег просто. Да. Ну вот он Эмбера обходит на 4 куска. А это порядочно на 23-й минуте. Сколько там отстоял? Остается у нас там буквально копеечки. 1200, по-моему, 1300. Да, мало денег остается. Что с ним делать будет? Вот вопрос, когда у него появится этот мантостайл. Когда не Лансер знаю, просто укрепится, вот следующий айтем, если будет еще на какие-то статы, еще больше статов, не знаю, там скади. Да нужно жир, да, а потом мясы просто взять, заставить Эмбер Спирита. Собирать МКБ-ху какую-то. Да, собирать МКБ-ху. Потому что по-другому он не пробьет. Да он просто может взять талисманов Evasion, и уже будет очень круто. Мясы будут хорошо работать. У меня будет большое количество армора и мясы. Да что ж такое? Живи! Да, я-то живу. Ну, слава богу. Бесит это. Да все нашими молитвами. Тихо. Что, пингвинчик? Пингвинчик продолжает себя любить. Смайл Рёныш живет. Трудно выговаривать, Роман, это. Я не буду. Смайл Рёныш? Да. Пожалуй, я обойдусь. Года тренировок, извини. Ну да. Пингвинчик. Так, на топе пингвин. Ну можно побить, что-то побить. Ну конечно будет бить, а что ему делать? Просто лапки. Да, и просто заставил уйти. Понятное дело, что там разгон был еще. Кстати, Эмбер не так чуть ли не до конца за ним пошли, если бы иллюзия где-то вот здесь вот стояла бы. Ну не очень далеко. То его убили. Его бы сейчас, да. Его бы не отпустили так просто отсюда. А у товарища байбека нету. Ну как раз из последних просто всех грошей собирает Battle Fury проклятая. Занялись в карту Дэниш Бирс, но Вега все тоже хорошо делает, доджит все эти драки, не дает, во-первых, зарабатывать легионки какие-либо, ну, дэмэдж с ультимейтов. Во-вторых, сейчас, возможно, получится сделать дуэли, но ванна найдут, если будет здесь просветка. Замедлились, а досты есть? Заметили. А гем есть. А, ну, зачем тогда нам досты? Тогда, извините, плюс 14 к атаке очередной раз, перед брейкер совершает уже серию убийств, зарабатывает на инвокере 634 золота. Аккуратнее здесь надо быть с Сёми, на самом деле, потому что его, если что, могли маг, съесть. Маг просто телепортнулся и просто умер. Он просто за спину телепортнулся Фантом Лансер и просто умер. Нет двух байбеков, то есть сейчас страна будет теряться, что это было, Вега, алло. Ладно, инвокер умер, почему ты умер, Андрей? Да, прожимается Fortification, Вокер не может ничем откинуться, потому что в таверне байбека у него нет.
как ты и сказал, под хил. И начинает просто месить сторону. Крипы сейчас тоже отвалятся моментально. Все-таки тут лансер. Да, Эмбер не наносит такого количества дэмэджа, чтобы здесь что-то остановить. Просто все иллюзии лансера месят. Минус сторона просто халява. Ну, хотя бы милишный барак, это точно. Они еще и рейнджовый хотят забрать. Ну, милишный надо добить, там 100 хп остается. Ну, Вега, это... Просто погибает пингвинчик, Сёма. Будет ли ультимейт от Эмбер? Ой, извиняюсь, а спиритбрейкера по Солочу, дуэль, Соло минус, ФН остается без маны, его еще начинают месить. И стал лансер байбекаться, Бласт хороший по троим живет, пока Райс, Чины тоже по двоим, Инвокер продолжает преследование, но здесь много народу похоронили. Ну, много народу похоронили, но они потеряли Стауэр, они потеряли Барак, они потеряли еще много героев до этого. И будут ловить, надо ловить, надо отыгрывать эту сторону хотя бы хоть как-то, хоть чуть-чуть. Кристу Мейден забирает килл. Моя участь была ясна, как зимний день. Неприятно, конечно, просто так потерять очень сторону приятно. 27-й. Эдуан идет на тауэр на миле. Хотят просто забирать его. Ну, а почему нет? Фортификейшн прожимается, понятное дело, потому что это Т1. За деф как-то это не получится. Поэтому да, тауэр просто достается инвокеру. У инвокера уже 1400. После даггера. Да, даггер, сейчас можно купить себе тревела, а потом собирать какой-то, может быть, Актарин. Или Хекс, одно из двух. Пускай сам выбирает. Чек Рошана, он Рошан, никого нет. Его жизнь, его правила. Опять твои поговорки с улиц? Конечно. Смайлер-рёныш. Возвращенные улицами? Или трущобами лучше? Из трущоб. Хорошо. Из гетто. Да, смещаются на ботом, Т2 уже больше нет, поэтому остаются только хайграундные вышки. Пингвинчик. Что мы по эдгейм у нас хотят они избавиться от всего вижена. Вечные паузы. Дота паузы. Так, ладно, я тогда отойду. Давай, отходи. У нас Crystal Maiden отошла куда-то. И ты куда-то отойди. Да. По-прежнему находится на первом месте. Инвокер в роли догоняющего. 13 тысяч. Но у Эмбера дела похуже. На 4 тысячи он остается от Лансера. Потеряли сейчас сторону. Да, наличие ботов Юрия, это, конечно, неплохо. Очень похож на купол от... Арквардена. Ага. Вот FN сейчас стоит, вокруг него такая анимация, как купол Арквардена. Если у тебя такое же самое. Да, вижу. Похоже, да, на его анимацию? Ну, что-то есть, да. Там такая штука. У него, конечно, самая классная анимация — это вот эта маленькая светящаяся штука, которая, ну, просто точечка такая, похожа на шаровую молнию в пиксель, который ты не видишь. Ты меня так заинтриговал сейчас? Ну, скилл его. Я не вижу ничего. Да не здесь, у Арквардена скилл. А-а-а. Я просто не помню, как называется. Я не знаю, как этот герой работает, для меня это загадка. Я знаю, что он когда ставит этот купол, там ни по кому не попасть. Герой забей, это имбалансный перс. Его долго не будет. Но он реально, его на керри ставишь, и он просто в рапиры играет и сплитпушит тебя с Алеандру. А вот, слушай, БКБ же не работает в этом куполе, да, его Арквардена? В смысле не работает? Ну, оно же дает 100% увороту герою, который находится в куполе, а не тебе 100% промахов. Соответственно, ты не должен законтрить это блокинг-баром. Ты меня сейчас в супер вел. Сломал аналитика? Сломал. Смайл, починись. Не, ну, если читать по описанию, то он дает 100% уворота. Да. Ну, БКБ же тебе не дает True Strike. Это нет. Не на тебе же миссы в этом куполе. Это уворот на человеке, который находится внутри купола. Соответственно, Blacking Bar тебе не поможет. А вот МКБ поможет. Все правильно. Хорошо. Я пришел к этому. Правда, Фатос еще может чуть-чуть помочь. Чем? Процентов на 40. Как? Ну, у него же тоже True Strike есть. А. Снижает скорость передвижения цели, повышает шанс попасть по ней на 40%. Так подожди, а как-то... Вот блин, вот. А от 100% оно как-то отбавляется, будет 60%, или 100% имеется в виду, что это по-любому увернется?
У тебя как баш работает? Там у тебя 40% шанс попасть по герою. Тот против Вендранарки собирает его там периодически. Что она Вендран включает, а ты все равно можешь по ней попасть. 4 удара из 10. Как хочешь там. Понятненько. Не, ну это невыгодно. Собирать Рудуфатос. Что, ждем? Кристал Мейден. Кристал Мэй? Кристал Мэй ждем. Или он тоже ушел? Да он тоже, по-моему, куда-то делся. Все уходит. Никто не вечен, Смайл. Но он последнее время с Романом Counter-Strike комментировал. Все, тоже ушел, значит? Да, он тоже, наверное, ушел. Они сейчас, наверное, сидят и комментируют Counter-Strike. Ты банку с пивом открыл? Нет. Я Тархун с лимончиком пью. Неплохо. Смайл живи. Витаминки, витаминки. Какой пить, когда ты болеешь? Это же не кайфово. Ой, не надо сейчас вот это тут на публику наигрывать. В смысле? Тебе и так плохо, а еще если выпьешь, и будет еще хуже. X2, зачем этот надо? Ну, затестить себя, выдержишь или нет. Не надо, 27 лет уже. Хватит, хватит тестить. Уже все, все тест-драйвы прошли. Ладно, возвращается у нас Crystal Maiden, мы можем продолжить наблюдать за этой великолепной игрой. Напоминаю, что это только первая карта, а это Best of 3, поэтому команде нужно выиграть 2 из 3. Ну, Crystal May, Сёма за слей. Хватит там батлиться, Смайл. Имена им лучшие годы. Тебе все-таки понравился, да, этот ник Соло Нитроген? Да. Я же тебе говорю, Леха Нитроген, оно прям звучит как-то. Ну что, заакцентировать еще разочек внимание на Эмбер Спирите? Ну давай. Что бесполезная была замена Паши на Эйфена, что они оба играют на Эмбер Спирите, и оба играют довольно-таки круто на нем, в кавыках. То есть ты опять начал хейтить? Ты вот только Тархунчика своего с лимончиком бахнул и понял, что... Тут ты веришь тому, чему верит твои... что видят твои глаза, правильно? Ну. Ты реалист такой жесткий. Предыдущую карту видел, как Паша сыграл на Эмбер Спирите? Плохо? Плохо. Посмотри, эта карта, как Эмбер Спирит играет. Плохо? Плохо. 1-3-4 счет на 27 минуте. Ты и Фаник игнобил, а Фаник хорошо сыграл. Фаник... я его не гнобил. Я сказал, что он остался на том же уровне, на котором он играл в Нави. То, что он не грейдится, он не играет ни хуже, ни лучше. Он перестал грейдиться. Так он великолепен, ну зачем ему грейдиться? Можно быть супер великолепным. Гипер. Таким даже ты не был. Зачем ты начинаешь сейчас? Я про себя хоть слово сказал? Да как ты можешь анализировать свои колокольни? Ты аналитишка, который сидит там где-то на стуле и смотрит на экране, как великие игроки катают в доту. И начинаешь вот этот... Да он... Ты добейся. Сперва. Это да. Вот. А потом можно разговаривать. Комментатор фигов. У комментатора работа такая. Аналитик, он что, анализирует. А комментатор комментирует. Диванный аналитик ничего не может. О! Хорошо, что ты знаешь свое место, Сергей. Да, Роман. Причем я сижу на диване. Блин. Сейчас завидно стало. Поэтому кайф. Могу лечь. Иногда так и делаю. Да я слышу иногда, что ты начинаешь посапывать там. Я иногда лежа в доту играл. Ну ты еще в Нави был, я знаю. Я просто на кровать ложился и играл лежа. Ready, пишет Сёма, и мы можем продолжить наконец-то смотреть великолепную доту в исполнении Веги и Даниш Бирс. Да, поехали. 1-6, счет, 27 минута. Кто что забыл, кто не видит.
смачок там. Да, он переманил просто пенька. Я хотел сказать, то, что не страшно было при пеньке такие вещи набег, вытворять. Набег! И уходит. Ну ван, неужто до конца нет? Райза запалили. Райза просто Эмбер Спирит прошел и пропалил его смачок. Он вышел из смока. Вот здесь он побегал. Как-то попался Райз на этот антисмок. Так. Ничего не происходит. Периодические попытки сделать набег с помощью Спирит Брейкера, они неплохие. Вот сейчас, ну, Ван, может быть, засветится, но ну, он не светится, но он ныкается в лесу, обводит предположительное местонахождение врагов. Ну, кстати, угадывает, причем неплохо. В итоге кастует Тервала и просто улетает отсюда. Будет ли у нас заход на хайграунд? Ты понимаешь, что происходит вообще? Вега перефармливает Дэниш Бирс, потому что Дэниш Бирс бегают по карте. В пятером, и туда-сюда. Да, да, и пытаются кого-то найти, пытаются там загангать, заработать дуэльки. Ну, один раз это удалось, хорошо, они снесли эту сторону, они снесли барак, все круто. Но это Вега сама ошиблась очень сильно. А так, по-хорошему, вот если посмотреть на графики, да, как бы Дэниш Бирс они ведут по всем там показателям, но на графиках... То есть не ведут по всем показателям, они прижали Вегу к базе, а Вега их просто доджит очень жестко, и графики падают вниз по фарму. Из-за этого Мидаса на инвокере, из-за просто жесткого сплитпуша постоянно от Фариона. Ну топа-то не хватает, чтобы одним кулачком попытаться зайти на хайграунд. Они, конечно, понимают, что у них лансер, но лансер сейчас отстает по фарму. Он сейчас еще даггер купил, который его далеко не бустит, скажем так, в скорости фарма. Да, а Эмбер Спирит-то начинает жраться, у него появился то самое Battle Fury, с которым у него фарм тоже ускорился, и уже появился Кристаллис. Посмотрим, что у них в курице. В курице ничего нету. Ну, додейдаус на самом деле недолго. Он быстро его нафармит. Там раз-два, пару пачек больших каких-то, которые тебе придут там, на базу, и все зафармил. Вот, вот. Поймали. Кого-то поймали. Нашли, да, еще и через дуэль. И это уже 52 атаки. В секунду. Ну, подожди. Да, ты прав. Там 1.04. Реально в секунду бонусом. На мере, маг. Ну вот опять начинается. Вот нельзя так было загуливать. Ты грамотно фармил стелсом в лесу, во вражеском. Зачем ты фармишь? Просто по центру карты стоишь. Зачем? Причем, когда уже ЦМ-ка умерла. Опять все то же самое. Ну, что ему делать? Ему, если захотят Вега идти на защищать этого Рошана, ему придется укупаться. Если нет, то с Аегисом к ним будут залетать на рампу уже, мне кажется. Хорошо, что еще Алёша не умирал. Если бы этот гем еще выбили, это было бы вообще печально для Веги. Ну, сейчас нельзя подходить на Улан, я понимаю, что ему хочется метеор какой-то закинуть, потому что торнадо неплохое, кстати, по троим. Ну и на этом... Ну, а что это торнадо? Ничего не дает, просто, может, конечно, выигрывает время, но драться они туда не идут. Зачекал, нервишки потрепал. Лучше, чем ничего, хотя лучше бы просто фармил. Винтершан забирает его пингвин, скорее всего, да. 2800 денег, и чё, надо какой-то жирный итем, потому что 1500 хп, это на такой минуте как бы не очень круто, некрасиво для керри иметь столько хп. Или что, ривер? За ривером идет? Танк Апилу продают, и ривер? Да, ривер. Тараска, почему нет? Ну, Тараска, я бы Скади собрал. У Скади лучше, мне тоже кажется, лучше, и замедление, и статы какие-то. Хотя, может быть, пережить весь бёрст, отпрыгнуть с даггера, с Доппельганга и ментально отрегениться. Ну, плюс иллюзии подполучить. Его выбор. Поэтому, может быть, и Тараска сейчас куда лучше. Ну, он реально хп больше дает, чем Скади. Тараска дает там плюс-минус 1000 хп. Ты видишь, что творит маг? Вот, маг, вот так надо было стоять фармить, а не по центру карты. Вот здесь вот просто халяву отдавать, во-первых, дэмэдж, во-вторых, показывать, где ты фармишь. Вот так вот, да, фарми спокойно, но тоже, кстати, опасно очень сильно, потому что вдруг у него здесь вижена нету. Пошел разгон, причем на ноу-ван, а успеет ли команда туда потянуться? Ой-ой-ой, есть просветка, успеет, а чем успеет, 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 нет, успеет, 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 успевает, куда-то. Успевает, пошли. А, ты имеешь в виду успевает ТП-шиться? Да. У нас разные понятия успевает. Я успевает ли Спирит Брейкер добежать, да, а ты нет. Успевает ли ТП-шиться? ТП-шница успевает. Я от лица наших ребят говорю. Хорошо, я, получается, изменщик? Да, ты изменщик Родины. Все вы депутаты такие. Я Роман, мне можно.
Курьер сил света был. Я Роман Изменчик. Так, Райс. Заметил, он Уокер, но тут прыгнул. Погибает курьер. Команда Дэниш Бирс. Ну там было 160. Ботл чей-то походу умер, да? Я не ошибаюсь. Да. Башню сил света на верхней атакуют. Ну что, на рампу потихонечку? Ну, вообще можно попробовать. Аегисты есть, дотарашки. Прижали хорошо. Метеор. Сейчас хорошо прижали. Не, ну на топе никак не прижали. Там сейчас вышка даже упадет от катапульты. Ну трудно очень на рампу заходить. Некому бить этот тавр. Ну, вот смотри, вот иллюзии. Ну, иллюзии неплохо танкуют, кстати. Фурион быстрее будет сносить тавр, чем вот это стояние Дэниш Бирс перед тир 3 и... Башню сил света на ну, крипы зашли, но сейчас подойдет, Симпер Спирит разок даст фисты и... Все. Вингвинчик, ЕМП, заивейдили, все с маной. Ой-ой-ой-ой, поймал Нувана! А есть помощь какая-то по Нувану? Нуван, минус. Ну и Сёма, понятное дело, здесь тоже погибнет. Блэкинг-бары прожались, в итоге все выживают, нужно делать байбек инвокеру. ЦМ-ка без байбека, пингвинчик. Ну, Дейдалс купил. Он без байбека тоже купился, Дейдалс. Ну, Дейдалс очень круто. Он сейчас может... Ему главное не поставить. Пошло копье, торнадо по одному пингвинчику, ставится ЕМП под него. И он отошел. Тараска пока не прилетела, курьера нет. Чем это все закончилось? Минус 2 сделали, выбили с инвокера байбек, это очень круто, и ну, на четверть закончили тауэр. Ну, такое себе, конечно, удовольствие. Ну, тоже плюс. Фурион должен летать отсюда. Андрюх, лети, лети отсюда. Видишь же, на меди бежит на тебя, ну что ты делаешь? Да все нормально, уйдет Андрюха без паники. Ну, Леха там погоню делает. Ой, погоня за Солочем, торнадо, заивейдил. Блокинбар кулдауне. Снэп. Вгрызаются в Нувана, уходит в инвиз. Солыч, аккуратнее надо быть. Импетусу очень больно. Пингвинчик, пингвинчик продолжает бить. Что-то пельганг дроп Аегиса, но соло отваливается. Разгон. Поймали в колбу. В итоге не дали добежать. ФН. Без байбека. Ну куда ты лезешь-то, брат? Ну ты без даггера, без байбека. Почему ты в центре замес стоишь? Отходи с команды своей. ГГБП. Все, ГГБ. Ну что это такое вообще? Что за бред? Просто в центре драки стоит без байбека. Ну 26, очень мало вообще убийств, в принципе, Вега сделала за эту карту. Они, как ты правильно говоришь, очень хорошо и выделили все возможные файты, избегали вот этих разгонов Спирит Брейкера и так далее, но при этом сами-то они никого не убивали. То есть они грамотно фармили, может быть, но опять же, очень долго приходилось Эмбер Спириту вылазить из той дыры, в которой вначале он оказался. Надо там... было продолжать грамотно эвейдить и не встревать вот так вот Фурионом пару раз, чтобы его заставляли просто либо выкупаться, либо у тебя сносится сторона просто на халяву. Но топ снесся на халяву. Такого не должно быть. Полный Ладно. Бред. Можно долго рассусоливать ошибки. Я думаю, ребята из Веги сами все прекрасно понимают. Им нужно сейчас за короткое время подсобраться и выиграть две карты подряд, иначе очередная СНГ-команда покинет данный турнир и потеряет возможность участвовать в эпицентре. Ну, а мы будем уходить на небольшую рекламную музыкальную паузу, после которой вернемся.